Здравствуйте, с вами канал «Вкусный огород Барнаул». За территорией моего участка, около забора, разрослось очень интересное растение. Здесь много разных культур. Вот, например, целая клумба, если так ее можно назвать, из брунеры. Цветет она очень красиво, ее не трогаю. Но рядышком образовались заросли другой, тоже очень интересной культуры, которая растет очень активно. Я ее тоже пока не трогаю, она не мешает. Кроме того, у этой культуры есть и цветочки, но правда их очень мало. Они вот такого интересного вида, довольно маленькие. Но в основном, конечно, это растение поражает своей очень яркой, очень сочной, очень мощной зеленью. То есть растет практически ковром. Что это за растение, я пока не определил. Если кто подскажет, буду очень благодарен. Пока никак эту культуру не трогаю, растет она, никому не мешает и выглядит довольно декоративно. И цветочки даже есть, но почему-то их очень мало, повторюсь. Вот такое интересное растение растет у меня буквально за забором. Что это такое, так пока я не знаю. Ну и в конце пожелаю всем огородникам хороших урожаев, всего самого доброго, до свидания.